калина. Сочными гроздями олеющая на белом снегу, не раз воспетая в песнях и кинофильмах, как прообраз России, она, эта хрупкая лесная красавица, дала свое имя уральской фабрике, отмечающей сегодня 70-летие. Позади была первая тяжелая зима Великой Отечественной. После успешного поражения гитлеровских войск под Москвой фронт бросил все свои силы на контрнаступление. Столичные заводы и фабрики спешно перебрасывались вглубь страны. В начале 42-го в Свердловск была перебазирована известная парфюмерная фабрика «Новая Заря». Первый выпуск ее продукции пришелся на 3 марта. С тех пор эта дата считается днем рождения предприятия. Эвакуированному производству выделили 2 одноэтажных складских помещения на территории базы Росгалантерея в переулке Базовом. В единственном цехе размещался «Бурат» – машина для просеивания зубного порошка и пудры. Воду для производства носили из колодца и грели в «Титане». В коридоре, где топилась печка, работницы вручную фасовали зубной порошок и одеколон для бритья, который отсюда отправлялся на фронт. Вот еще нам скажут, эта продукция идет на фронт. Что солдатам. Мы старались больше сделать, записочки туда писали. Их там это, подбодряли, что мы тут трудимся для вас, чтобы они тоже это, скорее бы врага добили. В общем, это работали. Руководство все было московское, из Москвы. Главный инженер, его жена мастером работала. И в годы войны, и после победы, вплоть до 1957 года, вся продукция на фабрике производилась вручную. В 1957 году поставили первые конвейеры. До этого работали. Ну, каждый за столом сидел, кто там наливал, кто этикеточку приклеивал, кто заворачивал колпачок, упаковка в бумагу обязательно была. Это было, ну, сложное, тяжелое для женщин производство. Да и после войны... Тоже опять все план. Деньги-то надо, прибыль-то нужна. Несмотря на трудности послевоенных пятилеток, Свердловская «Новая Заря» уверенно выполняла и перевыполняла план. Спустя 20 лет после своего основания предприятие получило собственное имя – «Уральские самоцветы». Тема сокровищ Урала, Медной горы, нашла свое отражение и в названиях, и в оформлении парфюмерных средств того времени. Парфюмер главный у нас был. И она создавала свои продукты. И также пользовались теми сортами, которые выпускали в целом предприятие «Союз парфюмерпрома». В 66-м году выпускали одеколон, в том числе тройной, гвоздика, фиалка, духи. Серебряная копытца, Свердловск. Труд-то был очень тяжелый. Не зря правительство в то время Советского Союза решало вопрос о строительстве нового предприятия. Вопрос был решен, и в 1972 году в Свердловске на Комсомольской улице началось строительство новых корпусов фабрики. Дирекция строящегося предприятия состояла всего из 6 человек. Новое производство запускалось в 2 очереди. В первую очередь – цех по выпуску парфюмерно-косметических жидкостей. Во вторую – цеха по изготовлению косметических изделий. Это было абсолютно новое и стратегически важное для Урала производство. Все, кто были заняты на строительстве, работали с небывалым подъемом. В августе 1972 года я вышла в дирекцию строительства строящейся фабрики. Я пошла, меня не интересовала зарплата. 70 рублей, и я... Вы что, у меня это... Ну, я хотела работать на этом предприятии. И вот как-то больше, что ли, может быть, людей было в то время этот настрой. Патриотизм своего предприятия. То есть мы были патриоты своего предприятия до мозга костей. Новая фабрика «Уральские самоцветы» вступила в строй в 1973 году. Это было современное механизированное производство, в составе которого было 9 цехов, в том числе 2 косметических, 1 парфюмерный, тубный, приготовительный и картонажный. Численность сотрудников достигла 1200 человек. Ассортимент «Уральских самоцветов» пополнился новинками. В новом парфюмерном цехе начался выпуск знаменитого тройного одеколона духов «Уральские самоцветы», «Наташа» и «Незнакомка». Начали мы кремы «Янтарь», там детские выпускать. Я помню, появилась эта традиция проводить День города.
И на День города проводились такие ярмарки, то есть предприятия, ну, дефициты выбрасывали, как говорится. И вот и мы выезжали, привозили тройной, кремы наши, и к нам выстраивалась огромная очередь. Люди имели возможность вот во время ярмарки приобрести эти изделия. То есть действительно был огромный дефицит. Даже вот сейчас не верится, что как это так. Поначалу косметику фасовали только в стеклянные флаконы, но и транспортировать по российским дорогам и использовать в быту их было неудобно. Поэтому в 1975 году на фабрике внедряют небывалую по тем временам инновацию – косметику в алюминиевых тюбиках или тубах. Одним из первых продуктов в этой упаковке стал тональный крем «Жеме». Первое, мы в своей стране внедрили технологию компактной пудры, компактных теней. Тоже до нас никто в стране этого не выпускал. Зеленый цвет был мой любимый, и руководство всегда смеялось, что Макарова заинтересована в выпуске зеленых теней. Каждое новое решение было революционным не только для Урала, но и для всего Советского Союза. Сейчас полно всяких средств для снятия макияжа там, а раньше тоже этого не было. Вот пенка кокосовая у нас первая возникла, пенка для умывания. Получилось так, что у нас одна сотрудница купила импортную пенку. Приносит, говорит, ой, вот посмотрите, какая прелесть, как удобно, как хорошо. Ну, мы, конечно, все давай смотреть, пробовать что-то такое. И вот как-то вот в голове это вот возникло это, мысль. Я набросала рецептуру, сделала, вы знаете, вот сразу получилось. И вот получилось, что потом, как я ее не пробовала, вот, ну, что-то добавить, что-то убавить, вот получилась вот она такая. Родилась, жила и пользовалась огромным спросом у населения. Многое технологам предприятия тогда нужно было осваивать с нуля. Не было специальной литературы, приходилось экспериментировать. Но молодые специалисты, пришедшие на фабрику в 70-х-80-х, не боялись трудностей и работали творчески. В свободное время мы тоже очень много проводили все вместе. В то время были профсоюзы, нам все время давали путевки. То мы в бассейн ездили, то мы на турбазы ездили. Вот. Те же, я сказала, демонстрации 1 мая, 7 ноября, ходили друг к другу в гости. И это был бы такой дружный, молодежный коллектив. Тем более познакомилась с мужем, который втянул меня в походы, какие-то поездки, свой коллектив. Стало очень, вы знаете, почему-то стало интереснее даже жить, чем в институте. Уже на третий год работы, в 1976 году, новая фабрика получила орден-знак почета за досрочное освоение мощностей. В те времена такое случалось крайне редко. Раньше ведь все письма приходили от покупателей, люди очень много писали, и письма приходили к нам в отдел. И мы там смотрели, нам писали, вот, а почему вы вот такое не делаете, а почему вы такое, а вот нужно такое, потому что рынок-то был вообще пустой. Одним из ярких запоминающихся событий в истории фабрики стал запуск собственного производства губной помады. В годы застоя в СССР она была дефицитом. Импортный товар не доходил до прилавков, покупать приходилось из-под полы. В 80-м году, посещая предприятие, Борис Николаевич Ельцин, тогда первый секретарь Свердловского обкома КПСС, сам пожаловался на то, что его мать и супруга вынуждены покупать губную помаду у цыган на рынке и велел наладить производство дефицитной продукции на фабрике. И благодаря его тоже поддержке через Союз Парфюмер-Пром было закуплено оборудование специально для производства губной помады и выделено специальное помещение в складском корпусе. Мы освоили это производство, у нас замечательная помада получилась, то есть пеналов, то есть все это вот с его подачи это произошло. Сплоченному коллективу уральских самоцветов удалось выстоять даже в трудные 90-е, когда российские предприятия разваливались, а лучшие специалисты покидали страну. Когда кризис-то был, когда многие предприятия вообще на не сошли, но вот нам удалось выжить. Выжили, а потом не только выжили. В это время нам, ну, как удалось вот занять свои хорошие позиции и развиваться. К концу 90-х окрепшее и твердо вставшее на ноги предприятие получило свое новое название – концерн «Калина». С этим именем оно вышло в лидеры российского рынка в целом ряде сегментов косметической продукции. С этим именем связывают сегодня свою судьбу сотни молодых талантливых специалистов. Мне всегда хотелось работать на косметическом производстве.
на косметической фабрике. Хотелось делать для людей что-то красивое, от чего люди будут получать удовольствие. Сегодня у концерна «Калина» широчайший ассортимент продукции, насчитывающий более 1000 наименований. От средств по уходу за лицом и телом, за волосами и за полостью рта, до массового парфюма, одеколонов, памятных россиянам еще с 90-х годов. Ежегодно компания предлагает своим потребительницам до 350 видов реальных инноваций. Ведущие – это, конечно же, черный жемчуг, чистая линия, 100 рецептов красоты, бархатные ручки и два наших детских бренда – это «Маленькая фея» и «Дракоша». Продукция «Калины» поставляется во все страны бывшего Советского Союза, в том числе в страны Прибалтики, Белоруссию, Украину, Казахстан, Узбекистан. Знают ее и в странах дальнего зарубежья, от Канады до Тайваня. 440 миллионов проданной продукции. Это значит, что практически каждый житель бывшего Советского Союза имел возможность попробовать наш продукт, получить от него удовольствие и стать нашим постоянным покупателем. Сегодня на предприятии, раскинувшемся на площади 7,5 гектар, работает около 2000 человек. Это люди разных поколений и разных мировоззрений. Кто-то пришел на фабрику в начале 70-х, еще при советской системе госплана, а кто-то приступил к работе уже в наши дни, после получения MBA в области стратегического менеджмента. Но всех их объединяет добросовестность и ответственность за судьбу предприятия, бережно передающиеся вместе с традициями «Калины» из поколения в поколение. Каждый сотрудник этого концерна работает как для себя, потому что наша продукция косметическая, она все-таки специфична. И если я делаю крем как для себя, как для своей мамы, как для своего ребенка, значит, этот крем будет хорошим. То, что сделано сейчас на предприятии, это просто предприятие-сказка. С теми людьми, с которыми я работала, мне пришлось встречаться. Я только с теплом вспоминаю о всех этих людях. Многого меня в жизни научили. У меня было много возможностей уйти. Те же годы перестройки 90-х годов. Можно было уйти туда-сюда, еще были возможности. Но я вот не представляла жизнь без этого предприятия. Для меня тут... все родное. Мне она нравилась. Если бы вот заново, я бы вот снова пошла бы на эту работу. Уральской фабрике «Калина» 70 лет. Это целая жизнь, прожитая вместе с родной страной, в горе и в радости. Это сотни человеческих судеб, сложившихся под звездой новой зари уральских самоцветов и «Калины». Это годы упорного и самоотверженного труда и счастливые мгновения творческих находок и открытий. Это начало новой главы в истории предприятия, главы, которую мы пишем вместе с вами.